Всем привет! У меня Форд на стапеле. Небольшой удар. Сейчас покажу удар. Это, по-моему, раньше. Да, и раньше я выставлял черная вдова кабину. Если помните, такая была. Вот, пришло ее время. Ту кабину мы решили не делать. Там удар был сильный. Вот. Здесь, если видите, рама поменяна, раму у дилера покупали. Дверь здесь. Остался вот кузов, в принципе, родной. Двери. Вот эта задняя дверь осталась родная. И левая сторона, две двери. Вот это родные. Аппарат будет на этих вот, видите какие, какая высота здесь поднятая. За это они и стоят подороже, потому что типа черная вдова их переделывают. Специально есть такая баня, которая делает их под эту. Вот этот болт должен быть здесь, то есть вот какое расстояние, насколько оно поднято. Вот этого не должно быть вообще. То есть вот эта высота получается. Ну когда сделается, он будет вообще красиво смотреться. Сидушки под заказ. Но это все идет как бы, насколько я знаю, это Форд. Сам Форд сдает компании какой-то, которая занимается этим, платит за это хорошие деньги. Они делают из обычного трака черную вдову, так сказать. Не совсем знаю, что там под двигатель что-то делают или не делают. Ну, короче, так-то, в принципе, много чего они меняют, делают. Вот это вот все меняется тоже, именно чтобы было красное. Короче, такое. Ну, что здесь получается по удару? По удару здесь, в принципе, небольшой удар. Вот здесь вот, если можно будет видеть, не знаю. Вот эта часть загнута, вовнутрь ушла. Видать, удар где-то здесь был. И... если так смотреть, вот видно, что вот эта планочка забита назад. Сейчас. Вот здесь вот видно, вот здесь. Там, где болт был закручен, вот эта гайка вырвала ее. Ну, не вырвала, а покрутила. Вот она. Там втулка такая идет кривая, плюс сама вот эта планка, если смотреть, она тоже покручена, хорошо ее покрутила. Короче, решили поменять вот эту, сказать. Но это тоже кривая, но не настолько. В принципе, то, что мне надо сделать, это выровнять вот эту часть, поставить телевизор, чтобы встал на место, диагонали. Вот она как бы даже по болту показывает, вот должен быть болт, да, а вот он у нас где, сантиметра 4, наверное, 3-4 точно. Ну, за счет этого, за счет того, что она назад ушла, или в сторону кабины, да, вот здесь вот складочку небольшую дала, выйдут просто здесь. Но это все алюминий, если что. То есть вот все, что мне надо поменять, вот эту планку, подровнять вот, ну, вытянуть эту, поставить на место, и все. Крыло
Одно есть здесь, одно в кузове должно быть, и капот. Hi everyone, I have the Black Widow here. If you remember, I posted it a couple weeks ago. The cab, we decided not to fix it. They just changed the frame, bought it from dealer. I changed the cab. And the cab has a little damage here, so I'm gonna do that. Replace that bar here. Pull that shoulder, fix it. Aluminum, and that's all. Короче, не видно на камеру. По длине вот здесь вот это короче, и по диагоналям тоже не сходится, это понятно, потому что надо вытягивать его сюда. Сейчас займусь этим. Закончил я
эту вдову черную. Ну, в принципе, здесь как бы и немного было работы. Здесь обычно идут две заклепки и два болтика. Но когда выкручиваешь их второй раз, уже они не так прям хорошо и держат. Поэтому я решил, ставлю обычно там эти заклепки сразу. Здесь грел, но в принципе даже не видно, что грел. Они, скорее всего, немножко забрызгают краской, и все, на этом конец. Вот это крыло, мне кажется, можно убрать, чуть меньше сделать зазор. Сейчас это и сделаем. Все, теперь получше. Ну, я раньше говорил, на фордах вообще отлично все. У них там, во-первых, есть место, где играть. Они там большие дырки и на капоте, и на крыльях, и на телевизоре, везде, короче. В принципе, я там все, но сейчас, наверное, запишу еще кусок вот здесь. Вот еще один 150-й. Короче, не проблема, а разница в крышке. Я так и не понял, что там они делают, какую крышку ставят. Ну, короче, это видите, как идет вот здесь пустое. И плюс вот этот пластик, вот где он защелкивается, вот эти две, и там с той стороны две. Нету, здесь они не попадают, короче, они где-то вот здесь вот должны быть. Поэтому мне надо будет с этой крышки. Здесь вот, видно вот, видите, вот здесь закрыто, вот здесь идет. А тут пусто, потому что здесь была то ли ступенька, то ли что-то такое, я не знаю, короче. То есть мне надо будет сейчас кусок вот так вот взять отсюда и поставить туда. Ну и сделать эти две дырочки, где должны быть. Сейчас, наверное, я это сразу запишу, и в принципе я все буду на сегодня. Нет, даже нет, на сегодня я не буду все. На сегодня закончу просто эти траки и отправлю их. И займусь, наверное, тем Venom. Just finished Black Widow. Like I said, there was light damage, so I just had to torch that arm right there, pull it. Also had to change this lower bar. This one is bended as well, but not that much like the original one, so I just changed it. The gaps are good. But like I said, the damage is light, so no problems. And also, I'm done here with this, but I'll probably make a video, short video. I gotta take a piece from this tailgate and put it here. It's all aluminum, so I'm gonna just glue it and rivet it. That's all. Because I think they said there was a step here or something, I don't know. But you can see it's empty here. So I'm gonna do that.
все. И это сделал. Стало нормально. Очень долго вымерять пришлось, потому что смещается, там довольно-таки плотно все идет, смещается из-за того, что уже металл стоит. Два этих слоя здесь. С той стороны не могу закинуть этот бортик, потому что будет мешать на пластик. Закинул с этой стороны, он сдвигает все сюда. На миллиметр, но все равно оно дает о себе знать. Ну, короче, все сделал. Стало. Отлично. Все, на этом все, я заканчиваю. Может быть, сейчас еще по дороге буду ехать и запишу. Попадешь на YouTube. Все, ровно так и выезжай, ровно. Ты проезжаешь. Все, давай.